паспорт и сегодня служит пропуском. Пропуском во взрослую жизнь, в которой вам предстоит принимать самостоятельные решения, нести ответственность, делать выбор. Вся страна отмечает праздник День России. Мы, юные граждане России, приложим максимальные усилия для процветания нашего сибирского края. Мы обещаем любить родину, заботиться о ее процветании и нести ответственность за ее судьбу. У меня большая честь, что мне вручали паспорт такой торжественной обстановки. Но также для меня это и большая ответственность, потому что я стала обладателем главного документа гражданина Российской Федерации. Очень волнительно, очень важно. Гордость за дочь, что она у нас такая растет, активная умница.